Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Все преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня режиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Код плюс 371 для тех, кто звонит из-за рубежа. Номер WhatsApp 2-300-6191. Карен Георгиевич, когда мы проанонсировали интервью с вами, одним из первых начали поступать вопросы об Анне Карениной, ввиду вашей экранизации, и вы однажды приводили в пример такую фразу в интервью, это, если я не ошибаюсь, Наполеон сказал: «Женщина никогда не бывает равной мужчине, она либо неизмеримо выше его, либо неизмеримо ниже». Ну вот Анна Каренина, на ваш взгляд, она на порядок выше всех тех, кто ее окружает? Но... Не знаю. Я думаю, что это должен решать каждый зритель. На мой взгляд, она выше. На мой взгляд. Ее огромная страстность, ее натура. Мне кажется, что во многих отношениях она... Во всяком случае, она во многих отношениях выше Вронского. А Каренина? Да. Духовно выше? Чувством выше. Она действительно, она ведь, ее драма заключается в том, что она действительно отдалась этому чувству полностью. И она хочет получить это такой же от Вронского. В этом драме он не может ей дать того, что она хочет. Она хочет абсолютной, идеальной любви. В этом смысле она выше. Ну вот нельзя сказать, что Толстой не сделал Вронского главным героем в своем произведении, но ведь вы в экранизации даже вынесли его фамилию в название, назвав фильм «Анна Каренина. История Вронского». А вот режиссер Владимир Соловьев как раз Каренина исполнял Олег Янковский в его экранизации, он как раз Каренина, так как мне кажется, субъективно высветлил, показал его практически святым, на мой взгляд. Но вот все-таки для Толстого кем были эти двое, Вронский и Каренин? Я думаю, для того, чтобы по-настоящему понимать метод Толстого, стоит прислушаться к его словам, которые он написал в своем дневнике. Мне кажется, они вообще-то раскрывают весь суть творческого метода Толстого. А они, я не ручаюсь за дословно, но в его дневнике можно уточнить у тех, кто он будет. Человек очень разный. Он может быть и злой, и добрый, и жадный, и щедрый, и он постоянно меняется. И вот в этом и суть вообще метода. У Толстого нет однозначно плохих, хороших героев. У него в каждом герое есть вот эта сложность, которая вообще присуща человеческому характеру. И, собственно, в этом метод. Поэтому, когда пытаются сказать, вот Каренин такой, ну, Каренин у него, с одной стороны, прощает Анну, совершает невероятный поступок, и мужчина принимает ее с ребенком от любого. И с другой стороны, он человек, схема, человек, который, так сказать, создает вот эту схему в жизни, в которой существует живого чувства. Вот. И это в этом сложность, но в этом и прелесть, вообще, мне кажется, проза Толстого, который никаких... И Анна, с одной стороны, порочная, ну, в общем, она делает вещи ужасные. Она бросает семью, она бросает ребенка. Но с другой стороны, это женщина, которая преданно ищет любовь, которая искренне в своем чувстве. То есть нету однозначности ни в одном характере Толстого. И поэтому...
когда мы пытаемся какие-то поставить такие, то мы никогда не поймем ни сути творчества Толстого, ни сути жизни, потому что Толстой прав. Он, да, вот он сказал так: человек – существо текучее. Вот дословная фраза. Существо текучее. Он и добрый, и злой, но и дальше то, что я сказал. Вот это, мне кажется, суть вообще Толстого. Я абсолютно, прожив уже большую часть жизни, согласен с ним. Такая жизнь такая, и люди такие. Но ведь эпиграф к Анне Карениной такой: «Мне отмщение аст воздам». То есть понятно, что это слова из Священного Писания, но все же говорит ли это о том, что вот этот механизм, который запустила в том числе и Анна Каренина изначально, он был необратимый, так или иначе, рано или поздно он толкнул ее под этот поезд? Ну, конечно, эти слова именно к ней относятся. И правильно, да. Смысл в том, что человек, совершая свои поступки, должен понимать, что ему за все воздаст. За все он будет отвечать, так или иначе. И за хорошее, и за дурное. И вот в этом смысл, мне кажется, этого эпиграфа. И, конечно, он относится к Анне, прежде всего. На мой взгляд, однозначно. Ей воздалось. Ее судьба трагична. И Вронскому воздалось, на самом деле. Его судьба тоже, на мой взгляд. Поэтому меня интересовало вообще всегда, как сложилась бы жизнь Вронского после гибели Анны, как мужчина может нести этот груз. Это тяжелый груз, смерть возлюбленной, в которой его винят. И он себя винит. Поэтому, в общем, отсюда и родился этот ход. И интересовало, да. Если перенести просто Толстого на реальную жизнь, мы можем говорить о том, что нет плохих и хороших людей, потому что очень часто мы можем слышать в таком обиходе: хороший человек, плохой человек. То есть насколько все-таки это упрощенное понятие, на ваш взгляд? В смысле? Хороший-плохой? Хороший-плохой, да. Когда... Ну, конечно, это в значительной степени упрощенное понятие. А если так совсем, то понимаете, я понимаю, что в определенной степени дурной человек, он совершил там убийство, не знаю. Но в то же время он хороший для его там детей, да, для его матери. То есть у него могут быть вполне хорошие, он может кому-то помочь в время, понимаете? Но это очень сложно. Мы все-таки вот это определение хороший-плохой, это в большой степени условное определение. Конечно, мы знаем людей, которые совершают абсолютное зло, как нацисты это делали, так сказать. И даже у них среди них находились люди, которые, с другой стороны, вроде как делали какие-то бытовой жизни добрые поступки. Понимаете, это очень сложный вопрос, который, конечно, решается в произведениях таких гениальных психологов, как Толстой, Достоевский. Я повторяю, у Толстого вообще вы не найдете ни одного однозначного персонажа в этой огромной литературе. Тех героев, которых подарил миру. У нас звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга Ушакова. Да, очень коротко, задавайте вопрос. Так, очень коротко. Карен Георгиевич, ваш шедевр, фильм «Сны», силен художественной стороной безмерно. Но вы свои способности уникальные политологического анализа, которые казались гениальными. Вот эта модель построения российского правительства в «Снах», как она была заложена вами открыто, так она продолжается. И вот образ Маши Степановой — это один к одному образу вот этого современного Орешкина, главы Минэкономики. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, спасибо вам. Что-то много не уловил. Тут не очень хорошая все-таки связь, может, у меня со слухом что-то. А в чем суть вопроса? Вопрос, видимо,
я как понимаю нашу радиослушательницу, можно ли найти аналогии в действующих министрах российского правительства с персонажами из мировой литературы? А, да, конечно. Я думаю, что можно, возможно. Не только российского правительства. Я вас уверяю, что любое правительство можно... Великая литература, она почему великая? Потому что она создает образы типические во многом. То есть это герои становятся частью нашей жизни. И поэтому мы всегда можем обратиться к каким-то из них, когда мы смотрим нашу современную жизнь. Вы, в принципе, таких людей, как Каренин, я их видел. И, кстати, таких людей, как Анна, я видел, между прочим. Вот, поэтому да, можно, конечно, найти аналогии с российским правительством, но надо подумать, надо как-то такие аналогии привести. Ну вот мы говорили о силе Анны Карениной. Если говорить о женских образах вообще в кинематографе и литературе, в том числе, вот, например, вспоминаются сказки Андерсена, скажем, как, где Герда спасает Кая, да, она фактически такой супергерой, то есть женские образы у Андерсена, они очень сильны, как бы женщины становятся сильным полом. А, в принципе, тоже, наверное, и у Чехова прослеживается, в «Дяде Ване», скажем, также очень сильные женские образы. Согласны ли вы с этим? Я согласен, хотя я думаю, один из самых сильных вообще характеров – это именно характер Анны Карениной. Она, конечно, очень сильный характер. Да, и она не могла бы только совершить такие необыкновенные поступки для женщины. Это надо обладать очень сильным характером. Я бы не думаю, что у Чехова, кстати, конечно, у Чехова огромная тоже палитра, но я не думаю, что как раз... Характер, женский характер Чехова, они очень сильные внутренние. Пожалуй, нет. Мне кажется, как раз у них очень много слабостей в чеховских персонажах. Ну, просто к чему этот вопрос? Что? О женских образах. Вот вы сейчас сказали о слабости. И почему, на ваш взгляд, это желание обладать тем, кого мы любим, да, которые присущи в том числе и Анне Карениной, вот так свойственно человеку. Можем ли мы отпустить тех, кого любим? Ну, это свойственно женщине, извините, вообще. Я думаю, что в этом смысле вообще у женщины, и Анна это вот воплощение этого. Она хочет обладать воронским полностью, до конца. Мне кажется, это очень... Да, это очень типично для женщин. Женщины хотят полностью владеть мужчиной, чтобы он принадлежал им до конца. В этом есть определенный женский эгоизм, но, с другой стороны, его можно и понять, кстати. Потому что это не настолько свойственно мужчине в отношении женщины, как именно женщине. Мужчине, но я что имею в виду, что женщина ведь продолжатель рода. Ей нужно... Она продолжает жить. Поэтому в определенной степени ее эгоизм, мне кажется, он прежде всего обусловлен вот этим желанием сохранения себя и своего потомства. И мне кажется, отсюда вот этот женский эгоизм. Я в определенной степени его оправдываю. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я просто говорю, что мне кажется, что это типично. Во всяком случае, я это наблюдал много раз. В этом смысле опять Толстой, он очень там меняется... Меняется одежда, меняется, там, не знаю, появляются телефоны, а характер человека, он все тот же. Поэтому кажется, что в этом смысле он очень точно передал тип женщины. Мало кто обращает внимание на такие, понимаете, есть некое такое представление об Анне Карениной, как история обманутой женщины. Вот женщина, ее, она влюбилась, ее соблазнили. Это, кстати, льстит очень многим женщинам, и отсюда недопонимание. Они как именно это видят, не хотят именно это видеть. Вот обманутая женщина, мужчина, значит, который обманул, вот она из-за этого. Но у Толстого черным по белому написано. Анна кончает жизнь самоубийством, чтобы победить Вронского. Она об этом говорит. Она хочет им овладеть, она ради этого идет на самоубийство. Это невероятный страстный характер. Вообще это страстность, это, мне кажется, очень типичного для по-настоящему влюбленной женщины. Это книга о страсти,
Страсть – это большая часть любви. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, очень коротко задавайте вопрос. Карен Георгиевич, большое спасибо вам. Вы, конечно, гигант. Я все ваши фильмы смотрю на ночь. Вот и «Курьер», и «Гибель империи». У меня два вопроса. Первый. Относитесь вы себя к золотой молодежи? И второй вопрос. Вот Ваня Каренина, вы единственный, очень точно подметили, что она просто достала Вронского. Вот я хотел бы, чтобы вы насчет точно так же, вот, так сказать, психологически разобрали образ дамы с собачкой. По-моему, это совершенно исключительный образ. Его еще никто не коснулся. Я думаю, только вы можете его разобрать. Спасибо. Да, спасибо вам за вопрос. Спасибо. Ну, там целая серия вопросов. Первый вопрос был... Про золотую молодежь. Золотую молодежь, причисляйте. В смысле, я принадлежал ли золотой молодежь? Ну, вы знаете, ну да, наверное, в определенной степени я... Я думаю, что на самом... Хотя какое-то представление о золотой молодежи... Мне кажется, в Советском Союзе не было золотой молодежи. Понимаете, это представление о советской золотой молодежи, оно очень такое странное. Ну, практически вся молодежь в Советском Союзе, к какому бы слою она ни принадлежала, служила в армии, как и я служил. Ну, так сказать, ни у кого не было машин. Понимаете, золотая молодежь появилась вот сейчас. Вот после перестройки, да, я вижу, где действительно золотая молодежь, люди в 17 лет ездят на майбахах, вот это золотая. В Советском Союзе ничего подобного нет. Ну, максимум, что могли себе кто-то позволить, и то, ну, в ресторан сходить, да. И то, на самом деле, рестораны в СССР были очень доступны. Слушайте, сходить в ресторан в 70-е годы, ты мог, я помню, взяли стипендию очень небольшую, шли всем курсом в хороший ресторан, это стоило недорого. Поэтому я думаю, что вообще золотой молодежи как таковой, вот, в том понимании этого термина, на самом деле, то есть особых преимуществ у молодых людей, даже если они там дети какие-то там, кого там, начальников. Ну, тоже особых, мне кажется, не было, повторяю. Машин личных не было, ничего такого. За границу никто не ездил, в Ницце не отдыхал. Нет. Так, с этим вот, на этот вопрос так отвечу. Что касается дамы с собачкой, ну да, это правильно, дама с собачкой. Кстати, вот замечательный женский образ, о котором мы, чеховский, о котором мы говорили. Но был, кстати, отличный фильм, я помню, я не знаю, сейчас молодежь уже плохо помнит, с Бакаловым и Савиной, потрясающе было вообще по силе, по своей вообще психологичности картина, по-моему, спокойно, Ленфильмовская. Так он там с собачкой, я думаю, что вы можете посмотреть в интернете, мне кажется, очень глубокий, точный фильм. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ольга Ушакова. Карен Георгиевич, ваша героиня фильмов «Снов» Маша Степанова – это не литературный персонаж, это ваше произведение. Вот я хотела вас спросить, то, что сейчас глава Минэкономики Орешкин – это один к одному. Вот эта героиня, как вам так вот удалось, или у вас какой-то уникальный гений не только режиссера, но еще и политолога? Спасибо. Спасибо. Да, Маша Степанова – это Орешкин. С этим, да, у меня была смешная история с этим фильмом, вернее, как раз с этим персонажем. Как-то я встретился, был такой, он сейчас, дай бог ему здоровья, был, он был министр экономики в первом правительстве Гайдара Ельцина, Андрей Нечаев, по-моему, Андрей, не помню, не отчество, к сожалению. Он сейчас работает, там, по-моему, в банковской сфере, на каком-то приеме я встретил. И вдруг он мне сказал с такой обидой: «Ну, я ведь совсем не такой, как вы изобразили в фильме «Сны». Я ему сказал: «Да я вообще и не думал про вас, просто это художественный образ». Но меня позабавило, что он так близко к сердцу принял
Это говорит о том, что что-то в этом образе было весьма достоверно. Вот. Поэтому история была с картиной. Вот, на ваш взгляд, политические взгляды и предпочтения не могут художнику мешать? Настоящему нет, не мешают. Они могут быть. Понимаете, это, на мой взгляд, совершенно разные вещи. Настоящий большой художник, он, как говорится, у него своя правда, на которую не может влиять его политические взгляды. У него могут быть политические взгляды какие угодно. Мы знаем такие примеры, как там Кнут Гамсун, замечательный, великий там, норвежский драматург, писатель, вернее, Ипсена, Кнут Гамсун, писатель, да, который сочувствовал нацистам и, в общем, но, несмотря на это, его взгляды остались там, он был за это осужден. Вот, а произведение, так сказать, Сальвадор Дали, который был, в общем, как бы близок к Франко, и тоже, но при этом это, и в то же время, знаем, там, Пикассо был коммунист, все великие практически режиссеры итальянского кино, там, той эпохи, когда он был действительно велик, Висконти, Пазолини, они практически все были левые или вообще члены Компартии. Но, несмотря на это, все равно в их фильмах они были глубокие, они не были однозначными. В них политики как таковой не было, потому что это были великие художники, у них были, и как художники, они просто не могли по-другому говорить, создавать, чем они. В нашем тоже, Александр Сергеевич Пушкин, известно, был довольно близок к монархии, как говорится, и искал дружбы. Но это не мешало ему создавать сложнейший, порой, может быть, не комплементарное произведение в отношении монархов, поэтому он подозрение в Бенкендорфе. Так что нет, это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Она может влиять на людей, там, на художников. Я имею в виду именно настоящих художников. А действительно, люди, которые не вполне художники, да, там политика имеет большое значение. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом вернемся и продолжим. Режиссер Карен Шахназаров с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. На прямой связи по скайпу с нами режиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте еще раз, да, очень приятно. Сегодня нередко в контексте искусства, в контексте кинематографа говорят о теме свободы, она так всплывает. И существует такое мнение, не знаю, разделяете вы его или нет, что современным художникам не хватает некоторой, может быть, строгости и каноничности для того, чтобы проявить своего гения. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, к этому это, как вы назвали, экономичность? Чего? Строгости какого-то канона. Строгости канона? Да. Да нет, я думаю, дело не в каноне. Я думаю, тем, у кого он не может проявить себя, просто не хватает таланта. Причем здесь канон? У кого есть талант, тому никакие каноны не нужны. И как-то все понимают, что это... что это интересно, талантливо. Поэтому я думаю, что дело не в каноне. Как вы, кстати, к артхаусному кино относитесь? Да я, честно говоря, не понимаю, что такое артхаус. Для меня есть хорошее кино и плохое кино. И все. Что значит артхаус? Это дом кино. Это придумали критики. Честно говоря, когда я начинал свою карьеру в кино, это не было еще этого понятия артхаус. Но делали хорошее кино. Там Тарковский делал, и Гайдай делал. У каждого из них есть авторское кино, да, я понимаю, я согласен с этим определением. Что такое авторское кино? Это там, где есть наличие своего собственного стиля. Свой собственный стиль был и у Леонида Гайдая, и у Рязанова, и у Тарковского. Они все делали авторское кино. Хотя сейчас вот артхаус считает, что Тарковский вроде он артхаус, а вот Гайдай не артхаус. Но, по-моему, это глупость просто. По-моему, это абсолютно... Есть просто хорошее кино, которое волнует, которое вызывает эмоции. И есть кино, которое никак не волнует. Вот и все.
То есть искусство, на ваш взгляд, должно соприкасаться в первую очередь с болевыми точками в обществе, и тогда оно будет резонировать. То есть говорить о том, что болит. Не знаю, не обязательно. Некоторые, я не знаю, с какими болевыми точками соприкасался там Леонардо да Винчи, Рафаэль. Какие у него там болевые точки? Но он все равно был. Они писали гениальные картины. Оно может быть разное. Кто-то соприкасался, да, там, не знаю. Кто-то более социальный. А были произведения, создавали абсолютно. Я не знаю, блок «Незнакомка» — одно из лучших, я думаю, стихотворений в мировой поэзии. Mm-hmm. Что в нем, где в нем соприкосновение, с чем? Ну, великие стихи. Поэтому разное. Тут нельзя каких-то законов определить. Много звонков, примем еще один. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, еще один. Так, Александр, вы уже звонили, все-таки другие радиослушатели тоже хотят высказаться. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Карен Георгиевич, вам глубочайшие слова уважения, прежде всего, за творчество, конечно. Да, и вот хотелось бы поговорить о «Белом тигре», не все я там понял, но это не всем, наверное, дано. А спрошу о другом. Вот по взглядам, вот я близок к вам, вы у Соловьева все ругают, и он стал уже каким-то фетишем, эмблемой. То есть никто не начинает даже обсуждать, что сказано, кем сказано Соловьев, это Геббельс, это пропаганда и так далее. Вот как вы к этому относитесь? Хотя, в принципе, я предвосхищаю ваш ответ, как вы к этому относитесь. А самое главное, как на это реагировать? Вот у нас, в частности, вот один звонил тут недавно, у нас в Латвии все немножко по-другому. Вот он говорит, Геббельс отдыхает, все. Спрашивает, а что такое? Ответить не может. Вот это меня очень сильно нервирует, что никто не пытается оппонировать, а просто вот так тупо, так же вот, значит, без обсуждения. Ну, вы меня поняли. Так что вам огромное спасибо за всю вашу творческую деятельность. Спасибо. И ваши взгляды. Спасибо. Да, спасибо. Ну, собственно, я думаю, что вам нужно поменьше искать у кого-то ответы. Я думаю, у вас своя голова, свое чувство, и вы доверяйте. Не пытайтесь, не ищите каких-то для вас. Вы сами разберетесь, как вам относиться к тому, в том числе к программе Соловьева. Соловьев, безусловно, выдающийся журналист. Да, у него много противников, но я не знаю, у него огромное количество поклонников. И, кстати, во всем мире. Так что, так сказать, тоже это, может, там в Латвии у вас какое-то особое отношение, не знаю. Но, в принципе, мне доводилось слышать в его адрес очень много и лестных слов. Он действительно выдающийся журналист, и, в принципе, он высказывает свою позицию, но он дает высказывать и позиции всем другим. Я часто принимал и принимаю участие в его программах. Все разговоры о том, что кто-то там нам говорит, что говорить, это ерунда. Никто ничего ни слова мне ни разу не сказал, что надо сказать вот это, или вот так сказать. Об этом никогда нет речи. Там действительно идет свободная дискуссия, все высказывают то, что хотят, и это действительно прямой эфир. Действительно прямой эфир, что довольно сложно. Ну, а как относиться, я думаю, что это каждый должен решать в силу своих взглядов и в силу того, что просто логики, насколько убедительны слова тех, кого он слушает, или неубедительны, так сказать. Я лично готов принять слова даже своих самых там яростных противников, если я вижу в них долю или какую-то элемент правды, и бывает, что мне, да, вот видите, действительно, это правильно, в этом смысле вы правы, что вы тут такое. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Улдис меня зовут. Да, Улдис, слушаем. Мне, в принципе, короткий вопрос, считает ли Карен Шахназаров себя придворным художником? И пояснение, например, в древние времена придворные шуты, они использовали свой статус для того, чтобы доносить и критическую информацию до правителя. Используете ли вы этот шанс, что вы как бы приближенный человек к телу, и доносите ли иногда и критическую информацию до Путина? Да, спасибо. Я не очень понимаю, что значит придворный художник. Я думаю, придворные художники – это прежде всего те, которые непосредственно получают какие-то средства от двора. Вот я должен сказать, что я никаких средств не получаю. Я
руковожу на протяжении 20 лет студией, я не получил от государства ни копейки. Я построил эту студию, ну, не я один, но в данном случае я позволю себе нескромность, я ее построил, я ее модернизировал, и, так сказать, это все не без всякой помощи государства. То есть это к вопросу. Картина, моя последняя картина, которая была снята полностью на государственные деньги, была «Город Зеро» 89-го года. С тех пор я практически на государственные деньги ничего не снимал. Поэтому что вы имеете в виду под словом «придворный», я не понимаю. Я высказываю то, что я считаю нужным высказывать, и те взгляды, которые у меня есть, они выработаны моим опытом, моим представлением о жизни. Поэтому, так сказать, я себя не отношу к придворным художникам. Это те, понимаете, у нас есть оппозиция двору, которая почему-то существует за счет этого двора. Понимаете? Вот у нас такие странные вещи. Люди, как говорится, вот, наверное, вы их имеете в виду в качестве шутов, которые критикуют, так сказать, власть. Они получают непосредственно и немалые деньги. Вот. А я в этом смысле абсолютно высказываю свои позиции, считаю себя совершенно независимым художником. Да, еще у нас есть звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да. Добрый день, это Алина. Да, Алина, слушаю. Уважаемый Карен Георгиевич, во-первых, я вам очень благодарна за вашу вообще позицию. Да? Я часто спасибо. Вас слушаю. У меня один вопрос и одно коротенькое замечание. Вопрос такой. Вот творчество молодого Тодоровского, как вы оцениваете? И конкретно, вот я смотрела его фильм «Садовое кольцо», мне безумно понравилось, крайне было интересно смотреть, как вы бы оценили этот фильм. Это вопрос. А замечание маленькое такое, что... Значит, не думайте, что если у нас тут Латвия, это такой демократический форпост, люди, многие живут с громадной лапшой на ушах. И вот, допустим, такой, как господин Манский, он никогда не будет в их понимании придворным шутом. Да, а спасибо вот... вам. Ну, у нас, к сожалению, нет времени, чтобы вот такие долгие реплики, но тем не менее. Валерий Тодоровский талантливый режиссер. Нет сомнений, у него много замечательных картин, талантливый художник. Он, к сожалению, не так уж молод. По-моему, Валерий уже лет 55, наверное. В общем, расцвет. Вот. Но будем пожелаем ему только успехов. Он всегда, я с большим интересом и симпатией наблюдаю за тем, что он делает. А картина Звягинцева как оценивается, кстати? Звягинцев интересная картина делает. Ну, по-разному мне что-то там нравится, что-то не нравится. Я не могу сказать, что мне близок некий там художественные вещи в его картинах. Но, безусловно, они заслуживают интереса, они интересны, у них есть какой-то нерв. И он, безусловно, талантливый художник. Талантливое кино может быть непонятым, потому что если мы говорим о фильмах Германа, «Трудно быть богом», например, тот фильм, который очень немногие люди посмотрели до конца. Вот как вы, во-первых, относитесь к Герману и его работам? И может ли действительно талантливый художник делать что-то, что будет непонято аудитории? Может, конечно, это может быть. Потому что в конечном счете только время есть истинный критерий вообще. Произведений, так сказать, мы знаем случаи, это очень много, когда талантливые произведения понимали спустя какое-то время. Поэтому такое может быть, я не знаю, но может быть, и это просто неудача. Это тоже все будет связано через время. То, что касается Алексея Юрьевича Германа, он был, безусловно, выдающийся мастер, такие картины, как «Проверка на дорогу». Я, например, там, читаю просто шедевр. Недавно пересмотрел в самолете, кстати, это его. Мне 20 дней без войны, но там потрясающая сцена Петренко, там 10 минут монолог, просто необыкновенно. Просто
вершина. Тем, кто учится, хочет стать актером, я советую посмотреть эту сцену. Вы поймете, что значит настоящий великий актер. Так что нет сомнений, что Алексей Юрьевич Герман великий мастер. Трудно быть Богом. Честно говоря, тоже я ее не воспринял. Не получилось у меня. Но я не знаю. Может быть, действительно. Может, пройдет какое-то время, и мы придем к этой картине. А может, и не придем. Беды в этом нет, потому что в любом случае Герман создал выдающиеся картины, и это уже достаточно. Вот Валерий пишет в Фейсбуке: «Отличная работа «Белый тигр», не то что Т-34. Передайте Карену Георгиевичу огромное спасибо». Спасибо. Ну, передаю вам, да. А говоря о патриотическом кино, насколько этот, ну, вот так называемом патриотическом кино, насколько оно распространено в России, насколько успешно, на ваш взгляд? Я не понимаю этого жанра. Я не знаю такого жанра патриотического. Есть жанр комедия, трагедия, драма. Я никогда не понимал. Патриотизм – это чувство глубокое, которое присутствует в глубине, или не присутствует в глубине каждого человека. И у художника, у которого это есть, это там Толстой. Толстой был очень патриотичен. Хотя, кстати, на склоне лет пытался избавиться от этого чувства. У него есть очень интересная фраза в дневниках. Не получаясь за дословность, но примерно так он сказал. «Сегодня узнал, что пал Порт-Артур. Странно, но стало больно». То есть вот такой у него был этот. Но он, почитайте его «Севастопольские рассказы», его «Войну и мир», они пропитаны любовью к родине. Но мы же не называем это патриотической литературой, правильно? Поэтому я как-то к этому термину отношусь очень с сомнением. Я думаю, что такого жанра нет и не следует его создавать. Должно быть там, где по-настоящему хорошее кино или литература, оно всегда будет. В нем всегда будет любовь к родине. Есть особенный подход к съемкам фильмов о войне, потому что вот уже упомянутый фильм «Т-34» многие считают таким блокбастером, абсолютно не соответствующим, даже не приближенным к какой-то реальности. Это такая сказка про то, как, например, заключенная Освенцим могла просто попросить выйти на остановку и ждать, как за ней приедут на Т-34 те ребята, которые угнали этот танк. Ну вот, есть ли какие-то, не знаю, законы съемок этих фильмов? Или все? Я думаю, нет, никаких законов нет, фильмы могут быть совершенно разными. Я думаю, Т-34, понимаете, на мой взгляд, это комикс. Но это, мне кажется, уже появился определенно, это жанр уже свой. Понимаете, это опять неплохо, нехорошо, но он снят по законам комикса. Да, там очень такое приблизительное. То есть к правде это не имеет никакого отношения. Но надо признать, что так воспитана уже молодежь. Уже современная молодежь в большой степени воспринимает жизнь именно вот через комикс. И в этом смысле вот Т-34 в то же время довольно благородная миссия, что через это он сумел донести. Так бы они вообще ничего не узнали, эти там подростки. А так они, в общем, как-то присоединились, как-то прочувствовали хотя бы, что-то узнали о войне. Как раз поэтому у меня претензий к этой картине в смысле формы нет. Она сейчас может быть любая. «Белый тигр» тоже в определенной степени это фэнтези. Многие говорят, да, это фантастический фильм. Может, имеет право на существование этот жанр о войне. Да, имеет. На мой взгляд, имеет право. То есть война может рассматриваться и в самых разных жанрах, и в самых разных подходах. Главное, чтобы это было в конечном счете в своем жанре интересно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, это Виктор. Да, Виктор. Ну, по поводу, маленькая реплика по поводу правдоподобности. Вообще, во время войны был такой случай в Риге, что танк угнали советские пленные и доехали аж до Сигулды. Ну, можете почитать, периодик есть. А теперь вопрос непосредственно к Карену.
ваше мнение о таком стиле, как арт-хаус, является ли это каким-то авангардом, некими окнами Овертона, да, в кинематографе, вот среди палитры других направлений? Да, спасибо вам за вопрос, спасибо. Ну вот Карен Георгиевич на него уже ответил. Ну, я, да, вроде сказал, что, в смысле, что арт-хаус посмотреть. Мне вообще не понятно. Это не стиль. Что такое арт-хаус? По-английски дом искусства, что ли? Так, ну как это? Я вообще этого не понимаю, могу повторить. Я знаю, есть хорошее, то, что меня трогает, кино, там, литература, а есть то, что не трогает. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, звоните. Кстати, с Ольгой Пирокс не поддерживаете отношения? Нет, к сожалению, давно, по-моему, я с Мы Жазу. Я не видел. Но музыканты в нашей жизни, к сожалению, в жизни кино, режиссеров, мы встретились, знаете, потом разошлись. И можем никогда не встретиться. Я с удовольствием вспоминаю работу с ней. Она замечательная, талантливая певица, но больше не встречался. То есть песня «Старый рояль», которую записали для фильма «Мы из джаза», это был такой единственный случай сотрудничества, да, у вас с Ольгой? Ну да, тогда мы долго, кстати, искали тогда исполнительницу, и там у нас был кастинг свой тогда, композитор, Кроу, Минков, Марк Минков. Но вот остановились на Оле, на мой взгляд, она замечательно это сделала. Но она исполнила и вторую песню «Мы из джаза», это то, что забыл, как она называется. В общем, тоже под Лену Цыплакову. «Спасибо, музыка тебе». Там была еще песня, вторая Минкова, но она не полностью звучит в фильме. Но вот Оля исполнила две эти песни. Еще звонок, да, у нас так только что был, сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, и номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Звонок у нас, да, здравствуйте. Да, если можно коротко, так, очень мало времени. Добрый день, Карен Георгиевич. Волнительно добрый день. Говорить. Да, Вячеслав, меня зовут. Вот вы явно понимаете, что аудитория, то, что вы даете избитые ваши ток-шоу, и то, что вы даете интервью нашему в радио, да, тут процент населения русскоговорящего, и сколько вас слушают, почему вы это делаете? Второй вопрос. Вы же дружите там с Соловьевым, вот было бы интересно. Я уверен, что Вадим, наверное, написал письмо, чтобы вывести его по скайпу. Вы могли бы попросить, чтобы он бы дал бы нам там 40 минут времени, 30 уделили бы, как вы латвийскому, нашему латвийскому зрителю? Да? Я извиняюсь, да, правда. Спасибо вам. Говорить, спасибо, да, вам очень мало времени. Да, Карен Георгиевич. Да. Ну, я даже не знаю, что сказать. Это вы обратитесь к Владимиру Рудольфовичу, он сам решит, давать или не давать, это не мои компетенции. То, что я, да, меня просили выступить, я с удовольствием выступаю там, где есть возможность общаться со зрителем, независимо от того, сколько его или какое отношение. Это моя профессия. Поскольку время у нас заканчивается, и, может быть, мой вопрос такой финальный будет, как холодный душ, но вот сегодня 20 лет, как президент Путин у власти, вы, выступая у нас на радиостанции, ну, около года назад, вы сказали, что не видите сегодня альтернативу нынешнему президенту. Что-то изменилось? Нет, пока я действительно не вижу. Я не знаю. Может, вы видите, скажите. Пускай кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. И, насколько я понимаю, народ не видит, раз избирает его с такой последовательностью и большие рейтинги у него. 20 лет он сыграл выдающуюся роль в судьбе России, в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер, даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это уже должны признать даже его оппоненты. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Режиссер Карен Шахназаров был гостем программы. Спасибо вам, Кирилл Георгиевич. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Радиослушатели.